Огни новогоднего городка будут сиять для жителей Петропавловска в ночь с 31 декабря на 1 января. Как рассказали в мэрии, атмосфера любимого всеми праздника будет царить для тех, кто решит встретить новый 2019 на центральной городской площади. С 23 и до 2 часов ночи будет звучать музыка и добрые пожелания. Никого не оставят без внимания веселые аниматоры, среди которых главный волшебник торжества Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Они пробудут на площади у стелы «Город воинской славы» до часа ночи. Конечно же, горожане смогут сделать яркие памятные фотографии и селфи на фоне многочисленных световых инсталляций, которые также будут включены. Напомним, что музыкальная развлекательная программа, посвященная наступившему 2019 году, пройдет в Петропавловске 1 января. В этот же день в 19 часов состоится праздничный фейерверк.